Школьные годы – это не только уроки, интересный досуг, а еще совместная работа. О втором Г-классе Видновской гимназии можно сказать, эти ребята очень дружны. Много времени они проводят вместе. В рубрику «Мобильный репортер» родители учащихся класса прислали видео. Недавно ребята, а также их мама и папа собрались в Тимоховском парке, чтобы повесить скворечники. Сначала все разбились на команды и, прежде чем начать сооружать птичьи домики, провели инструктаж по технике безопасности. Каждый из вас, каждый, оденьте вот такие перчатки. Вот этот монокль. Стой на месте. Чтобы уберечь ручки и не отрезать пальчики. Работа нашлась для каждого. Вместе выпиливали детали, прикручивали шурупами стенки скворечников. Затем их красили в самые разные цвета. Участники мероприятия уверены, птицы должны жить в красивых домах. Деревья, на которых установили скворечники, были определены заранее. И если вы их еще не видели, отправляйтесь в Тимоховский парк.